Музыканты Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов вышли из отпуска и сразу активно включились в работу. Несмотря на летний сезон, оркестр даст два концерта уже в эти выходные в 6 вечера на летней площадке около Аллеи пионеров. Называется первая программа 17 числа в субботу «Фильм», где будут использованы, где прозвучат произведения, которые у всех, мне кажется, на слуху, такие как музыка к кинофильму «Пираты Карибского моря», к «Титанику». Конечно, мы не обойдемся и без советских фильмов. Это музыка Андрея Петрова к «Служебному роману», музыка к «Берегись автомобиля», музыка «А я шагаю по Москве». Ну, в общем, программа настолько разнообразная. Будет и зарубежное кино, будет и наше доброе кино старое. Всех ждем. 18 августа на том же месте в то же время музыканты оркестра представят программу «Народная классика», куда войдут классические народные произведения, а также произведения Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского в современной обработке. А с 21 по 25 августа музыканты Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов выступят в городе Чебоксары в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 550-летию столицы Чувашской республики на фестивале классической музыки под открытым небом «Берег классики». Кроме того, оркестр сейчас готовится к открытию филармонического сезона, который не за горами. 26 сентября в 18:30 оркестр выступит на сцене Большого зала Ленинского мемориала. Гость программы – ансамбль русской песни «Воронежские девчата». Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.